господа, вы Подожди, Лап. Господа, вы хорошо поработали, и настало время хорошо отдохнуть. С 10-го числа. Сначала в течение, ну так, минут 20-25, может быть 26, буду задавать вопросы главным героям я. Вы внимательно, я прошу вас внимательно слушать их ответы, наматывать на ус, если у кого есть. Вы имеете право вообще делать все, что вам заблагорассудится в этой студии, естественно, в рамках закона. А что так все замерли? Вот так все замерли, как будто... Ну ладно, так. Выдохните, все нормально, уже практически как дома улыбаются, смеются, все хорошо. Аплодисменты, господа, главным героям. Добрый вечер, в эфире программа «Тема». И сегодня мы поговорим о том великом и могучем русском языке, на котором мы с вами разговариваем. Я, так сказать, не стою на стороне либо Садына, либо других. Хорошо, людей. Отъехали. Пытаемся создать организацию, которая влияет всех людей нашей земли. А патриотические чувства у футболистов, которые будут играть в сборной России, она будет их подпитывать или воспитывать? Если да, то каким образом? Добрый день, Владислав Листьев. Участников сегодняшней игры. Шесть остальных участников прошу подойти сюда. Прошу, пожалуйста. Шесть остальных участников. Не уходи, пожалуйста. Прошу, пожалуйста, все сюда, вот сюда вставайте. Где остальные участники наши? Пожалуйста, сюда, участники игры. Сюда, сюда, сюда. Прошу всем сюда встать. Вот туда вставайте. Туда, туда. И я прошу вынести... Куда? Вынесите скрипку, пожалуйста. Аграф, ты где? Потерял, что ли? Замечательный какой... Да, это я нахулиганил, да, конечно. Итак, прошу, дайте, пожалуйста, скрипку.